В управлении ГИБДД по Тверской области подвели итоги за минувший год и рассказали о планах на будущее. В регионе сохраняется проблема с аварийностью при участии пешеходов. Однако снизилось количество ДТП по вине пьяных водителей. В этом году полицейские провели множество мероприятий. Направлены они на снижение аварийности и смертности на дорогах Верхневолжья. Всего состоялось около 150 акций по профилактике ДТП. Одно из таких мероприятий – это контроль трезвости. По итогам прошлого года число происшествий с участием пьяных водителей снизилось на 16%. Однако еще одной причиной уменьшения этого показателя называется обеспокоенность самих граждан. Больше нам стало информации поступать от граждан, в том числе, допустим, от такого института, который введен недавно, как староста деревень и так далее. Напрямую поступает информация сотруднику госавтоинспекции, начальнику ГАИ того района, где находится, допустим, то сельское поселение, либо та деревня. И мы точечно стали работать, выезжая именно туда, где либо есть предпосылка, либо есть информация. Тверские автоинспекторы в прошлом году выявили на 50% больше нарушений, причиной которых стал выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения. Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, предоставляющий опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП, в местах, связанных потенциально опасных местах на региональных дорогах, выставлялись именно там, где есть факты нарушений и есть факты дорожно-транспортных происшествий по данным из-за данных нарушений. Одним из проблемных вопросов для области остается ДТП с участием пешеходов. Их количество по итогам прошлого года увеличилось на 15%. Стоит отметить, что основной причиной таких происшествий часто являются сами пешеходы. В этом году продолжится работа по снижению количества таких ДТП. А также будет проводиться контроль за перевозкой пассажиров общественным транспортом.